Добрый день, это канал Максимадзе, и мы вместе с Андреем продолжаем наш модный летсплей в Майнкрафте. Короче, Восьмая серия, и я хочу сделать сейчас две зеленые кровати. И я вообще хочу, в принципе, свою печку-то сделать. Ну, надо мне свою печку. Чтобы у меня в доме тоже печка была, я сейчас накопаю булыжника себе немного. Облыжника мне, кстати, бы желательно бы сейчас, ведь мне подвал еще делать. А тебе кирпичи нужны, кстати? Кирпичи, по-моему, нет. Никакой каменные кирпичи надо, поэтому мне облыжник нужен. А, ну, в принципе, я тогда могу из этих кирпичей сделать подвал у себя. Хотя, впрочем, в том летсплее у меня подвал из каменных кирпичей был. Так что я подумаю над этим. Каменные кирпичи, блин, нужны. Но сейчас я буду булыжник себе копать. Ты тут копанул, я смотрю. Или это я копанул? А, это пещерка такая. Кстати, где-то там на болоте я раскапывался, по-моему. Ай. Кстати, надо этот. О, блин, реалмит, как она быстро копает, а? Оп, железо еще взял. Нашел. Фига, жила хорошая была. А еще надо булыжника здесь раскопать побольше. Блин, кстати, заметь, вот. У нас уже какая серия с тобой? Ты один раз только сдох, я еще ни разу не сдох. Наверное, нам как-нибудь и хардкорчик замутить надо будет. Хотя, впрочем, мы играем на легкой сложности еще. Я думаю, серии. И мы тупо сидим в одном месте, ё-моё. Короче, я думаю, планирую так. Где-то после 10 серии повысить сложность до нормальной. Каждые 10 серий повышать сложность. Ага, и потом версию менять. Так, уже место. Так, уже в инвентаре нету места. Надо что-то выбросить. Чтобы выбросить-то. Что мне не жалко? Песок Андрею если нужен, его нельзя выбрасывать. Сундук ко мне положи просто. Вот этот меч выброшу, не нужен уже мне. Камня, короче, много. Я тут копаю себе. А я вот копаюсь, пока булыжник нужен мне. Блин, а зачем я этот скопал? Ладно, пока хватит, наверное. Я вообще на печку хотел набрать булыжника, в итоге набрал вообще хрен знает сколько. А я 9 железа себе набрал. Если у тебя будет булыжник, мне лучше отдавай, мне нужнее булыжник. Я просто планирую еще это. А, ну ладно, короче, каменные кирпичи я сделаю, буду делать в тот момент, когда я подвал копать себе буду. Че, гнилая плоть возле моего дома валяется, кто ее там выбросил? Не знаю. Так, сначала я печку себе сделаю. Сейчас, на всякий случай хорошо. Две. Нет, даже три на всякий случай печки себе сделаю. Ну, нафига мало, тебе мало три печки? Ли. Да в каких объемах ты собрался переплавкой заниматься? Ну, мало ли. Вдруг. Так, остальной булыжник пока забирай. Это короче, так. Переносная кровать будет на случай, если я куда-то вдруг пойду. Дверь в сундук, она не нужна мне. А вот мне нужны двери из темного дуба. Темный дуб хочешь взять? А у меня есть он. А, у меня три двери есть.
Блин, да как же крафтить этот карьер, я не помню. Гравий надо мне покопать. В сундуке, по-моему, где-то есть. А, один штука есть только. Один штука. О, два. Два стака этого есть. Прикольно. Два о, наконец-то. Еще бы земли вообще бесценно было бы. Блин, зачем я его выбросил? Надо было не гнилую плоть. А, вот он, гравий. Обратно положить его надо. Так, сейчас отчитаю по ровному количеству. Три блока. Потрясающе. Вот так. Теперь, значит, здесь три. Так, один, два. Один, два. Три. Отчитали. Я сделал зажигалку. Когда в ад пойдем? Ну, пока не знаю. Я еще обсидиан не находил пока. Я тем более. В пещерах. Надо более глубокие пещеры искать. А пока что я что-то... Пока что я занимаюсь вторым этажом. Надо разместить печку. Печку пока здесь поставлю, но, впрочем, для нее потом другое место найдется. Я думаю. Что я хотел пожарить-то? Что-то я забыл, что я пожарить хотел. Так, вот это вот сюда. Пока пусть на это плавится. Так, надо еще сделать дверей. Так, здесь проход в два блока, там в три, блин, получился. Ой. Ладно, фиг бы с ним. Еще надо сделать одну дверь из ели. Блин, жалко в этой версии бочки нельзя крафтить, по-моему. Да, нету бочек. Бочки в 1.14 появились, по-моему. Жесть, как долго ждать еще. Ай, блин, да что ж такое. Так, балкон там как? Блин, нафиг мне ель, мне нужен темный дуб. Темный дуб тебе нужен? Да, у меня есть, я сейчас строю дальше склад. Это я, доктор Ливси. Полублоки нужны мне. Так, окей. Вот, смотрите-ка. Столбы так пойдут у нас. Нет, я рассчитываю по-другому делать столбы. О, господи, не те блоки ставлю. Жесть, вообще. Раз, два, раз, два. Вот сейчас здесь где-то посередине. Да блин, я не знаю, как здесь обыграть так, чтобы здесь стенку как-то поставить красиво и что-то такое сделать. Хотя ладно, мысль есть одна. Так, здесь доски из темного дуба будут, тем не менее. Так, забор же есть, есть. Придумал. Раз, два. Здесь я тоже. Все. Допекло он у меня. Вот есть какой-нибудь. Как сказать, точнее, какая-нибудь древесина ненужная, чтобы я сундуков еще накрафтил. Нету пока. В инвентаре нету сейчас. Жалко. А я, блин, походу здесь буду на постоянке жить. Потому что у меня нечего, не из чего хату строить. Ну, нам как ну будет потом еще из чего. Так я жду, блин, когда мы карьер построим, чтобы ресурсы оттуда брать. Ой. Немного не там дверь я поставил. А я все жду карьер. Все сижу и жду карьер.
Ой, идея появилась, как сделать костюм. Ладно, так сделаю уже, пофиг Так, вообще. пожрать нужно. Так, ночь, валим отседова. Быстро, быстро, быстро. Я в домике, я в безопасности. Сейчас я тоже буду. Все, я сплю. Сейчас я тоже. Стек. Так, Так. стекла поставил. Вот теперь комфортно спать будет. А, я вспомнил, что я хотел пожарить в печке. Кактус мне же надо было. Так. Боже. Как оно сложно делается. Боже. Будем смотреть корчегай, пока в этот карьер драм. Я не знаю, как его правильно строить, честно. Так, вот так. Все, сундуки кончились. Надо 4 А, это сундука калитка. сделать, и все. 4 сундука, и все. Так, 4 сундучка, да? Еолка. Так, нет, где-то хитрюк. Еолка. Нет. Еолка. Крафтим из еолки. Досточки. Так, теперь надо. А, маловато, все-таки больше надо. Да блин, а. Заборчика. Еще один сундук надо. Так. Земля есть немножко. Ой, еще земли есть немножко. Шикарно просто. Классно, у нас что, досок вообще дубль нема почти что. Цепа, куда я перенес их? Тьфу ты, блин, я в инвентарь их не перенес. Ай, боже мой, а. Все. А полублоки тоже кончились. Заборчик Блин, мне надо. полублоки ты мне напомнил, полублоки надо. Все. Здесь больше надо. Ой, что Нужны делаю? Не, полублоки еще неправильно. точно. Ты мне напомнил. Все. И Тут надо забор, и чем-то за. освещать будет. Я не знаю, чем правда освещать. И заборчик еще мне надо. Ай, я промахнулся. Надо было еще больше сундуков делать. Ёпрст, ты промахнулся. Просчет возник у нас. Получился. Так, приседаем. Здесь это потолок будет такого цвета у нас. Так. Надо искать коров, короче. Максимально много. Надо создавать нам. Нет, это серьезно, нам кожи нужны. Нужно много кожи. Максимально много кожи. Нужно кожи очень много нам. Рамки будем делать. Так, отлично. Теперь дверь ставим вот здесь. Слушай, а у тебя нету ли случайно дуба темного? Ну, досок 54 штуки есть. Принеси, пожалуйста, сделай из них полублоки, мне надо полублоков много. Сколько надо? Много. Так, сейчас только стекла поставлю по-быстрому на втором этаже и сделаю. Потому что нам надо будет сейчас много их. Брррр.
Кончились опять полублоки у меня. Кошмар. Так, зажигалку в инвентарь засуну, а то вдруг случайно подожгу что-нибудь. Когда живешь в стеклянном доме, не надо бросаться камнями, да? 24 полублока. Мало, наверное? Отлично, тащи мне, тащи. Сейчас. О, отличный балкон получился. Все потрясающе. Очень спасибо, Чпи. Вот из этого леса я здесь буду строить карьер, нафиг. Нафиг. Так. Пока что я начну раскопки. Так, вот а теперь вот, короче, надо... Пойдет. Лестница нужна мне. Так, лопата кончилась. И вот что-то я не припомню, как лестницу делать. Из палочек делается она в форме буквы N. В форме буквы N. Угу, так. Из палочек. Если ты про такую лестницу имеешь в виду. Ну да, какая друг, какая еще... А еще ступеньки, если ты имеешь в виду. Ну, ступеньки, я бы и сказал, ступеньки. Ступеньки я знаю, как делать. Ну. Опять надо, блин, елки-палки. А, нет. Нет, я лучше ступеньками сделаю туда тоже ее. Так, я пошел в темные дубы рубить. Может там сделать проход на следующий этаж. О, урожай созрел. Соберу, пожалуй. Ого, нифига, сколько у меня семян есть теперь. Так, а тут много места вообще? Ну да. Более-менее. А тут можно сделать... Ель нужна мне снова. Мне нужна ель. Выращивай, кто-то не дает. Доски еловые мне нужны. Так, здесь кус... Здесь был этот саженец ели. Куда он опять пропал? Ты опять снял, что ли, его? Кого? Я не снимал. Ну ладно. Офигеть. Стак семян кончился сразу. О. Палочки новые пока. Сельское хозяйство наше все. Предлагаю потом как-нибудь поснимать еще какие-нибудь игры. Да, наверное. Фарминг симулятор. Не, я не знаю. Для меня игра незнакомая толком. Мне нужны сундуки. Если кому-то захочется посмотреть, пусть пишут в комментарии лучше. А чё, я тебе помогу, у меня есть лицензионка, там можно кратко сконнектиться, запустить и играть спокойно. У меня даже сборка модов есть на 19-ю ферму. Она, кстати, прекрасно. Не требует ни шиша. Так, нужны полублоки. Очень много полублоков надо. Я только что истратил доски из темного дуба на сундуки. А, можно вот так сделать. Так. 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 Ой, а у меня случайно два стака полублоков вышло. Ладно. Как придется, мне еще надо из сундука где-то что. Мне еще где-то... Ну, как минимум 4 сундучка сделать надо. Блин, жалко полублоки, нельзя как-то объединять блоки цельные теперь. Потому что их, так сказать, распилил, а обратно их не склеишь уже. В сумеречный лес добавляет Uncrafting Table, который разбирает предметы.
А, балдеж. Но для его создания понадобится побывать в сумеречном лесу. Хотя не знаю, сейчас может быть даже Для этого закончится все, он будет. нам надо найти алмаз. Алмазы я пока не находил. Я пока тоже, нам еще карьер бы скрафтить, чтобы вообще хоть что-нибудь добыть бы такое пассивно. Вообще бесценно было бы. Полублоки из ели мне надо. Будет сделать. Штук 8 надо, чтобы их было. Так. О, потрясающе получается. Темно, так темно. А, это не та комната. Слушай, ты не знаешь, с какой версии добавили подвесные фонарики? Подвесные фонарики? По-моему, Не да, помню, линейка по-моему, такая. не с этой вроде. Так. Мне еще столько же полублоков надо. Ага, так. Рецепт крафта есть даже. А с какой версии добавили-то его? Не помню, если честно. Может, где-то здесь должно быть написано. Значение. Ключ. Так, не то. История. А, я ж кактус взять хотел. Кактус мне. Стоп. На Джавис 1.14 добавили Ты зачем его. сматернулся? Я что, матернулся сразу? Да. Ты опять кактус у меня подрезал. Я пару штучек всего взял, жалко что ли? Ладно, ладно, ладно. Бери, пока что не жалко. Для краски. Это, короче, жесть. Их добавили с 1.14. Надо на новую версию переходить точно. Другом летсплее как-нибудь. Ну, может, плавно будет перейти. Надо хотя бы на 1.15. Вот как так, а? Ничего не помещается, надо сундучок хотя бы один сделать. Ты будешь ложиться спать, потому что ночь ясно Сейчас я поедет. сделаю кровать из красителя. Это пока выбросить. Сундучок. Сундучок поставим пока вот сюда, к примеру. И положим в него эти предметы. Песок Не понял. потом надо будет переплавить. Песок душ. Нет, не душ, просто песок. А, мне надо больше. Что, спи, нет? Мне 6 кактусов надо было взять. Да господи, Потому что мне ложись две спать, кровати надо было собираемся. взять. А я О, взял плиты, две, мне надо. отдашь, нет? Мне 4 еще надо У штучки. тебя плиты нужны еще, нет у тебя плиты? Плиты, Алло? какие плиты? У тебя в руке сейчас плита. Ну, еловая, если что, она. А, это еловая, ладно, не надо тогда. А, Темный дуб и уже. мне она нужна, кстати. Ой. Пускай пока плавится, а я пока понакидаю то, что мне не надо в сундук. Так, мы будем ложиться спать, нет? Сейчас кровать, сейчас изготовлю себе зеленую кровать и будем. Нифига там хорум себе строил. А потом Если надо не будет буду... делать, а потом к третьему этажу приступать надо будет. Боже. Хотя, наверное, к подвалу надо приступить еще. Так, последний кусок шерсти ждем. Так, мне надо дерево срубить одно, у меня не хватает дерева.
Да, блин, а. Ладно, я у тебя досок возьму. Ты что сделал? Как я зайду теперь? Доски. Одну доску бери, одну доску. Эй! Целый Мне три штучки брать. Надо. Ой, не влезай. Да ладно, сам покладу. Мне три штучки надо было. Все, ложимся спать, нет? Так. Берем краситель и делаем из него... Опа, зомби! Какое счастье, блин, зомби у нас появился. Зомби-житель, слушай, Макс, надо лечить зомби-жителя. Зомби-крестьянин. Хотя в жопу его. Да. А, там еще ведьма где-то, слушай. А, там скелет. Ай-яй, больно, больно, больно. Раз. Стоп. Два, я лег, все. Я тоже. Ага, фиг вам называется. Меня монстры окружили. Спасай мою ситуацию. Да, затянул, блин. А, я на карте вижу, у тебя там зомби вокруг. Все, отлично. Крипер, 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 я его Ну, убью. Ёшкин кот, а. Все, сплю, 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 ой, сплю. Отлично, все, спальня почти что готова. Так, мне надо с крипером разобраться было пока что. Аккуратно. Да так, чтобы он... Теперь мне нужно сгонять в еловую... Где-то крипер, прям здесь. Короче. Это крипер ли вообще? Да. Вот я прям здесь стою, он где-то здесь, подо мной прям где-то. Ладно, фиг с ним. Так. Ну ладно, за елью и строительство третьим этажом мы займемся в следующей серии. Так что всем спасибо 9-й. За просмотр. С вас лайкос подписался с меня. Эпичные видосы. Подписывайтесь на с нас эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, влоговый канал, спойлеру ВКонтакте. И всем пока. Пока.